мне все-таки узнать, на небе кто ночью приходит звезды зажигать, а если задуют лютые ветра, за облаками их прячут до утра. Водолей там поливает Млечный путь ковшом. До заката надо все успеть и до блеска хорошенько звезды натереть. Посмотрите, это так чудесно, расскажите все, что вам известно, объясните. Звезды как включать, хочется мне знать, чтобы не скучать, когда льёт дождь. А звезда Альфа Центавра пролила кисель, неумытой быть недрянкой стыдно ей теперь. До заката остается только полчаса, кто же все же зажигает ночью небеса? Посмотри! Когда льет дождь.